Коллеги, сегодня мы работаем на выставке ProdExpo и будем говорить про товар на полку. Сегодня мы работаем на стенде компании «Макароника». Рядом со мной Аркадий Эйнштейн, генеральный директор и основатель компании. Аркадий, здравствуйте. Добрый день, Наталья. Добрый. Интересный бренд, интересная картинка, которую мы здесь видим. И сегодня мы поговорим о том, что такое макарон. А все-таки, Аркадий, макарон, как и правильно? И во множественном числе. Макароны. Макароны, как да. По-флотски. Теперь только так. Ни макаронцы, ни макарони, ни макаруны, ни еще как-нибудь. Макарон и макароны. Ну что ж, теперь как минимум мы знаем, что можно и нужно произносить именно макароны. Отлично. Я на самом деле действительно до последнего времени путалась, как правильно называть. Ну, десерт достаточно новый, будем так говорить, в России. Несмотря на то, что история его насчитывает уже более 150 лет, на протяжении, наверное, последнего десятилетия мы плавненько к нему привыкаем, в отличие, например, от того же самого эклера, который еще с советских времен так уже ну, ровно лег уверенно на полку и в ритейле, и в хорике, и везде. Ну, вот, макарон постепенно заходит на рынок и занимает свое законное, будем надеяться, место. И наша задача как компании монопроизводителя с моноконцепцией, по сути, потому что мы производим только пирожные макароны, всячески этому способствовать и рынку показывать эталонное качество, показывать, каким должен быть действительно этот уникальный, изящный десерт макарон. Аркадий, вы сказали о том, что вы работаете именно с монопродуктом, производите только макароны. Расскажите о фабрике, как давно она построилась, что из себя представляет, где находится? Мы находимся в Санкт-Петербурге, в нашем любимом городе на Неве. За 7 лет компания прошла такой путь становления, скажем так, от кондитерского цеха в 128 квадратных метров, сейчас до фабрики 1500 квадратных метров. Это не так много, но и не так мало, потому что мы целенаправленно затачивали все производство, по сути, каждый его сантиметр под этот продукт. Стандартизация, унификация, все процессы заточены именно под производство макарона. Поэтому, в общем-то, на достаточно небольших площадях нам удается производить достаточно серьезный объем. В месяц это порядка 2 миллионов макарон. Да. И этому действительно способствует моноконцепция вот как формат. Потому что каждый сантиметр на производстве все для того, чтобы эффективно и максимально много, продуктивно производить различные наши пирожные. С того момента, когда создали 7 лет назад фабрику, и на текущий момент сильно поменялось, например, оборудование, оснащение, или в целом концепт производства был очень сразу на старте сделан вот на высоком уровне и не пришлось каких-то изменений носить? Изменилось абсолютно все. С момента, когда мы начинали, на текущий день и технология, и парк оборудования, и все процессы на производстве претерпели колоссальные изменения. Во-первых, мы такими были, по сути, пионерами. И никто не учил нас, как правильно, как эффективно производить пирожные, макароны. И нам приходилось так постепенно методом проб и ошибок, ну, скажем так, самим формировать эту технологию. Да, была какая-то теория, да, мы могли что-то подсмотреть у коллег в Европе, у которых максимальная экспертиза на сегодняшний день, но в России абсолютно не у кого. Поэтому вот идя таким, скажем так, органическим путем, до текущего момента поменяли абсолютно все. И, конечно, я могу сказать, что компания с точки зрения и технологичности, и экспертизы выросла колоссально. И на сегодняшний день объективно мы достаточно уникальный производитель, который на каждом
этапе производства этого продукта уделяет максимум внимания каждому процессу. Почему это важно? Потому что несколько технологических процессов, и на каждом может быть допущена критическая ошибка. Продукт достаточно капризный, в производстве немногие, скажем так, хотят производить его самостоятельно, а те, кто производит самостоятельно, ну, мы объективно видим, что не у всех это получается. Ну вот, поэтому, да, каждый раз новый этап, скажем так, развития, увеличение производительности – это обновление технологии. Если коротко, сколько человек раньше работало, сейчас сколько работает в компании? Начинали мы с 20 человек. Сейчас в компании работает больше 200 человек. Mm-hmm. Но надо сказать, что у нас же есть еще и собственная розница. У нас 24 собственных корнера в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. И розница тоже, ну, скажем так, в людях достаточно емкая. И суммарно это уже, да, на сегодняшний день больше 200 человек. Если говорим именно про бренд, потому что я нахожусь на достаточно ярком, и вы такие достаточно яркие, у вас как-то вот это явное ощущение, что занимались созданием бренда. Вы работаете в среднем-среднем плюсе? Да, стараемся. Так, и средний-средний плюс предполагает, что есть какая-то миссия, есть какая-то создание какой-то истории, ради которой человек именно к вам приходит. То поделитесь, пожалуйста, как вы все-таки создавали не просто торговую марку, а чтобы все-таки это стало действительно брендом. Вы знаете, мы год потратили на то, чтобы, по сути, создать такой бренд, который полюбят. Бренд достаточно душевный, при этом достаточно яркий, с чувством юмора. И мы считаем, у нас это получилось, потому что в какой-то момент, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, те любители макарон, которые приходят к нам на собственную розницу, они начали называть пирожные макароны «макароника». Mm-hmm. То есть говорят, мне, пожалуйста, набор там из 6, из 24 макароник. Mm-hmm. И для нас это, ну, скажем так, было победой с точки зрения маркетинга, когда случился такой матч, и продукт, точнее, бренд стал таким нарицательным для продукта. Сейчас мы стараемся это транслировать, в том числе и в Москве на нашей рознице. В целом компания вся про брендинг, потому что очень важно с таким продуктом иметь действительно, ну, такие серьезные отличия на рынке, чтобы, ну, подчеркнуто отличаться, выделяться, транслировать ценности, транслировать уникальность продукта. И в этом отношении с самого начала мы приняли решение, что у нас каждый макарон будет иметь собственный уникальный дизайн, какой-то уникальный принт. И с точки зрения брендинга, конечно, это зашло на рынок, ну, фантастически успешно, потому что получили очень позитивный фидбэк, в первую очередь, от наших покупателей. Расширяя, скажем так, бренд в сторону оптовых продаж, которые у нас появились далеко не сразу, мы сохранили эту концепцию, и в том числе в оптовой линейке каждый макарон имеет свое уникальное лицо, можно сказать. И, конечно же, это работает. Поэтому компания пропитана полностью с момента, наверное, поставки даже сырья до момента итоговой коммуникации продажи потребителю такими, скажем так, какими-то элементами, которые четко ассоциируются именно с макароникой. Вы пройдете по прилавкам, вы пройдете по каким-то кафе, вы увидите наши макароны там в хорике, в ритейле, и вы сразу поймете, что это макароника. Здесь я должна точно сделать некоторое автоп. Мы все время говорим о том, что надо отличаться. То есть вы должны понимать, для кого конкретно вы делаете тот или иной продукт. И здесь мы как раз и наблюдаем то, что, да, около года потребовалось для того, чтобы в себе это сложить и в итоге внимательно, аккуратно дальше двигаться. Быстро бренды не создаются. Если мы говорим про те старые бренды, не знаю, Cartier, да, там это прочее. Столетняя история. Сейчас, в наше время, когда все быстро движется, конечно, кажется, что хочется быстрее, но надо ли в данном случае ожидать от покупателя, что вас сразу распознают как то самое, за что нужно платить больше? И, ну, хотеть этого, и готовиться верно к этому. Это как любовь и влюбленность, да, то есть мы влюбляемся достаточно быстро, но по-настоящему начинаем любить человека спустя несколько лет. С макаронами
компаниями точно так же. Мы присматриваемся, пробуем, еще раз приходим, еще раз пробуем. И вот спустя уже несколько лет появляется такая приверженность к бренду и любовь к бренду, когда бренд нас не подводит, когда бренд из года в год сохраняет качество, свою уникальность. Вот тогда, по сути, это уже на всю жизнь. Могу ли я некоторый вывод сделать? Вот вы второй раз работаете на выставке ProDexpo. Да, второй год. Второй год подряд. Это вот ровно тот момент, когда вы уже поняли, что можно приходить на выставку, потому что состоялся тот бренд и ту торговую марку, которую вы задумали, она состоялась. В принципе, да. Но ProDexpo для нас важен еще тем, что здесь, по сути, максимальная экспертиза в оптовых продажах, да, то есть вся выставка работает, по сути, не на розницу, она работает так или иначе, дистрибьюторы, ритейл, еще что-то, то есть это именно опт. У нас опт появился не сразу, наверное, года через 4 с момента основания компании, и вот когда мы почувствовали, что и в опте мы тоже можем работать, что у нас формируется там экспертиза, формируются какие-то успешные кейсы, вот тогда приняли решение уже идти на ProDexpo, потому что выставка федеральная, по сути, она крупнейшая в Восточной Европе, и просто так приходить сюда пробовать, когда ты уже бренд, когда ты уже состоялся в собственной рознице, когда ты уже известен потребителям, и плохо отработать, скажем так, в опте, вот этого нельзя было делать, поэтому пришли сюда не сразу, но второй год здесь уже достаточно успешно, в общем-то, себя проявляем, как нам кажется, потому что масса интереса, в первую очередь, из регионов, достаточно большое количество дистрибьюторов, которые обратили на нас внимание в самый первый год работы, то есть в прошлом году, и в этом году тоже, и первые контракты на федеральном уровне мы получили благодаря именно выставке ProDexpo. Замечательно. Ну, а теперь уже точно нужно про ассортимент. Благо то, что выставка позволяет нам сейчас увидеть, наверное, все, что вы представляете сейчас своим покупателям, ну и вашим партнерам B2B. Вот, давайте посмотрим. Самое простое, что сейчас я предлагаю, наверное, сделать, пойдемте, действительно заглянуть на ту, немножко такой стиль 30-х годов. Я бы сказала, из Петербурга с любовью. У вас Петербург. Это точно. То, что Петербург, это действительно видно. Расскажите, пожалуйста, где именно такого рода упаковку мы можем встретить, в какой именно, в каком направлении каналов сбыта, да, вы работаете с такой упаковкой, с такой картинкой? Ну, в большинстве своем здесь представлена упаковка для ритейла, то есть то, что продается в продуктовых магазинах, достаточно яркое, несколько форматов здесь. Вот этот формат мы создали специально для заморозки, то есть он такой чуть-чуть кричащий, модный. Это лежит в холодильниках? Это лежит в морозильниках. Морозильник. Да, а все остальное, что вы видите, здесь она закрытая коробка, специально все для того, чтобы в морозилке продукт был, заметен, чувствовал себя прекрасно и безопасно с точки зрения вот его потрогать, покрутить, может быть, даже уронить. С точки зрения вообще хранения, то есть это должно лежать в холоде или на обычной полке? Вот это шикарный вопрос совершенно, я очень его люблю. Значит, макарон – это пирожное. Так. И, по сути, он хранится в холодильнике. Точно так же, как какой-нибудь кусочек тортика, другое пирожное. И макарон. Плюс 2, плюс 6 – это идеальная температура для хранения. Плюс 2, плюс 6. Да. Достаем из холодильника. Пару минуток он подышал свежим воздухом. Чашечка чайку, кофейку. Возможно, глоточек вина и макарон. И тогда вот все сложилось. Не могу не взять в руки. На самом деле, вот каждый раз, показывая какие-либо продукты на полках, да, или вот наблюдая, ты же понимаешь, сколько всего дополнительного должно быть, в том числе и в тактильных вариантах. А как сохранять, вот, например, такую коробку в том же холодильнике или там, не знаю, морозильнике, чтобы она действительно осталась такой приятной на ощупь и из холодильника? Ну, это наша работа. Мы же специально подбираем тех поставщиков материалов, которые используем в своей работе, чтобы потребитель, получая итоговый продукт, не расстроился, что он деформирован, или что-то сломано, или что-то отклеилось, еще как-то. Поэтому упаковка, она проходит всевозможные тестинги, в первую очередь у нас.
ездит в машинах, роняется, переворачивается. И вот если все хорошо, не выцветают краски там. Ну, да, они очень яркие. Масса тестингов проходит. Угу. Если все хорошо, все, тогда мы упаковщики, точнее, в упаковке уверены, и она идет в продажу. А насколько быстро вы можете условно заменить дизайн? Вот сейчас, вот, не знаю, там какой-нибудь модный мультик или там какие-то коллаборации. Дизайн самих пирожных? Да. Ну, достаточно быстро. Мы же наносим эти принты сами, поэтому это, скажем так, для нас такая стандартная практика, потому что многие наши партнеры, они как раз любят сезонные коллекции, сезонные вкусы, какие-то коллаборации с артистами, с художественными, не знаю, фестивалями, прочим разным. И особенно календарные там какие-то праздники. Мы постоянно меняем принты, постоянно что-то производим для кого-то индивидуальное. Поэтому ну, в компании созданы все условия для того, чтобы это делать быстро. Потому что сезонка — это же вспышка, раз, все сделали. Или там день рождения компании. Или выходит компания с новым продуктом, хочет это подсветить макаронами, например, что-то в кофейнях, да, делают какой-то вкус сезонный кофе, говорят, и хотим вот такой-то принт. Если продолжать о том, что можно быстро менять дизайны, получается, что мы можем, не знаю, там, захотеть, вот сейчас пойдет какой-нибудь новый популярный фильм или там мультфильм. Или мультфильм. Да, для детей. У вас уже были такие коллаборации с какими-то брендами, которые вот производят, не знаю, там, Чебурашка, да, та же вот? Вообще, буквально вчера к нам приходили представители Союзмультфильма, и мы обсуждали здесь в течение 2 часов нашу потенциальную как раз-таки коллаборацию в поддержку новых выходящих мультфильмов, либо как раз-таки про всеми любимого Чебурашку. Слушайте, ну на самом деле, мне кажется, вам вполне это действительно подходит. Я надеюсь, что у вас это сложится, и вы сможете рассказать это же об этом чуть потом. Дети, они самые первые приверженцы и любители макарон. Давайте сейчас посмотрим еще один из вариантов работы. И сейчас, если говорить о том, что когда, в какой момент я встретилась с вашим брендом, это было чуть больше года назад, и в Шереметьево, и в Пулково, я увидела такое деревце, вокруг которого размещена история с макаронами. Да, да. Расскажите об этом, и расскажите об этом ассортименте, который мы рядом сейчас видим. В Пулково действительно у нас стоит уникальное дерево, которое, по сути, это миндальное дерево. То есть миндаль растет на деревьях, да, и когда цветет, вот он цветет как сакура примерно, то есть розовые такие цветочки на веточках. И мы приняли для себя решение, что вот это вот наш такой будет фирменный, скажем так, отличительный тоже знак – миндальное дерево. На что именно вы обращали внимание при выборе и создании ассортимента для розницы? Наталья, здесь мы постарались аккуратно имплементировать часть нашего розничного корнера. Примерно так выглядят витрины, собственно, у нас на рознице. И там представлено 24 вида авторских макарон. Красивая яркая упаковка, все это подсвечено, чтобы создать, по сути, такой динамичный welcome для потребителя, для покупателя, который либо впервые приходит к нам на корнер и сталкивается с этим продуктом, либо уже постоянно за каким-то праздником, впечатлениями, новыми вкусами приходит. Когда компания начиналась, она начиналась именно с розницы. И, по сути, очень многие наши оптовые клиенты к нам пришли, когда впервые увидели корнеры в торговых центрах, впервые увидели такое изобилие пирожных макарон, захотели тоже иметь что-то у себя на прилавках. Поэтому на рознице, на нашей, мы в основном, скажем так, стараемся создать такое подарочное решение, яркую, доброжелательную атмосферу, подсветить вот такими цветами, скажем так, и динамичным светом все разнообразие вкусов и создать, скажем так, впечатление того, что покупатель может вновь, вновь, вновь и вновь, приходя, открывать для себя все новые и новые вкусы. Просто макарон, который хранятся в формате 6-8 градусов, да? Плюс 2, плюс 6. Плюс 6, да. Здесь я вижу мороженое. Мороженое. Да, мороженое. В свое время мы столкнулись с тем, что в Санкт-Петербурге, как ни странно, тоже бывает жаркое лето. И у нас, скажем так, просели продажи.
И мы подумали, почему бы не продавать мороженое? Но не простое мороженое, а мороженое, которое упаковано тоже как-то в макарон. И так появились наши любимые айс-маки, то есть две половинки миндального печенья. Вы видите, они побольше, нежели стандартный размер. А между ними вот такая шайба из разных вкусов мороженого. Также наши декоры, посыпки, какие-то штрихи, принты и так далее. В общем, по сути, упаковали мороженое в макарон. И это получило тоже очень положительный всплеск. Я немножко нахожусь в таком удивлении, какого плана. Даже обычная вафля, вафельный стаканчик, я вот не люблю вафельные стаканчики, которые уже подмокли. Так. Как сохранить в данном случае такой, ну, очень капризный продукт, чтобы он сохранил вот эту историю хрусткости, при этом с мороженым, то есть это же влажность дополнительная. Ну, это морозильники, конечно, то есть мы в этом отношении идем полностью в технологию сохранения продукта -20, -22 градуса, чтобы действительно не растаяло само печенье, но при этом сохранилось мороженое. Угу. И, как оказалось, вот это действительно ощущение хрусткости плюс яркие вкусы мороженого очень понравилось покупателям. И с тех пор, в общем-то, эта технология, она также имплементирована в наши корнеры. И да, можно получить макарон с холодильной витрины, а мороженое из морозильника. Как выстраивается в данном случае путь покупателя? То есть, условно, он может прийти и прям каждый вкус набрать, и ему это все упакуют, или обычно это уже набранные какие-то комплекты? Всегда мы придерживаемся позиции, чтобы дать покупателю максимальную вариативность и максимальную возможность по взаимодействию с продуктом. Поэтому всегда любой макарон в любой компоновке можно прийти и собрать хоть все 24 одинаковых, хоть все 24 разных, как угодно. Мы в этом отношении ни в коем случае не ограничиваем возможность выбора. И про потребителя. Давайте немножко поговорим, кто чаще всего покупает ваши пирожные. Ну, девушки, конечно, девушки. Мы всегда с любовью говорим, что любители макароники, они от 3 лет до 103 лет. Наши любимые девушки. Дети, женщины, мамы, бабушки. Все они любят макароны. 80% и 20% это мужчины. Но при этом есть очень интересное наблюдение. Папы с детьми – это наши, как мы их называем, самые благодарные покупатели. Потому что, приходя, значит, к нам на розницу, у детей, естественно, разбегаются глаза в разные стороны. И ребенок может съесть, ну, 1, 2, 3, максимум 4, может быть, макарошки, но при этом выключить у папы целый набор, а папы, как такие любящие папы, естественно, ну ладно, хорошо. И вот с 2 пирожных, например, до набора на 24 макарона практически за 7 секунд. Вот, поэтому я всегда говорю, что папа с ребенком – это просто вот такой топ. Я сам являюсь отцом, у меня дочери 5 лет. И, конечно, когда мы ходим в любой магазин, я говорю, что, ну, давай, может быть, сегодня мы не будем ничего покупать. Но вот вчера, ну, сегодня давай нет. И, конечно же, да. Поэтому сам являюсь таким отцом, да, мы пап очень любим. Отличная история. Ну что ж, поговорили про оптовое направление, которое именно в торговых сетях. Здесь, соответственно, ваша розница. А, кстати, по поводу розницы. Вы работаете, еще раз, 24 точки у вас сейчас? На сегодняшний день 24 точки в Москве и в Санкт-Петербурге. Это ваши или партнерские? Все точки наши. Все точки наши. Все точки наши, но буквально в самое ближайшее время, я очень надеюсь, что уже весной 2024 года, мы откроем первые продажи нашей франшизы. За 7 лет компания до этого дошла. Мы отработали бизнес-процессы, мы отработали финансовую модель, мы отработали всю логистику и на сегодняшний день уверены, что мы можем этот формат, скажем так, выводить на партнерский рынок. Если вы сказали логистику, какое плечо доставки сейчас у вас? На сегодняшний день мы поставляем, по сути, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Да, для этого созданы все условия с точки зрения упаковки, чтобы такой достаточно хрупкий продукт мог комфортно себя чувствовать при перегрузках, при каких-то экстремальных, скажем так, ситуациях в логистике и при этом доезжать до клиента в идеальном виде. Хорошо. Еще одну витрину, наверное, уже в сборке посмотрим для того, чтобы понять, как это может выглядеть еще и в упаковке. Давайте посмотрим. Мы производим 4 размера макарон. То есть, как монопроизводитель, мы всегда должны быть
как я говорю, минимум на 2 шага впереди рынка. И таким образом удовлетворять потребности любого клиента с точки зрения макарон. Стандартные макароны, маленькие макароны, среднего размера, большие макароны. Вот все, что связано с макаронами, да, это такой наш любимчик. Это стакан с 10 самыми популярными вкусами макарон. Вот, он один из хитов продаж, уверен, это набирающие обороты, в общем-то. Вполне себе. Оно привлекает внимание. Оно такой чуть-чуть игрушечный, да? Да. Чаще где продается? Продается и на нашей собственной рознице. Это один из хитовых наборов. И продается в ритейле. То есть, в принципе, это один из хитов продаж у «Вкусвилла». Знаете, очень френдли для того, чтобы начать снимать и так далее, да, история про соцсети здесь отработана в полной мере, да, я понимаю, что в соцсетях вас много. В соцсетях нас много, и это именно благодаря такому яркому продукту, он достаточно фотогеничен, симпатичен, и, опять же, как мы шутим, его невозможно съесть, не сфотографировав, поэтому да, так, дизайн работает в этом отношении на нас, конечно. Вот таким образом мы сейчас видим, в принципе, все. Я вижу очень красивую упаковку, она отличается. Кстати, вот когда упаковывают вот это все, коробка, она просто дается или все-таки ее надо купить? Нет, у нас вся упаковка идет, можно сказать, в сопровождении, да, комплементарно к макаронам. И в зависимости от количества упаковка либо, скажем так, из базового картона, либо, если это большие наборы, на 27 макарон, на 40, на 60. Это уже премиум такая упаковка, серьезная, чтобы ее действительно можно было как премиум подарок вручить, и люди воспринимали это, скажем так, очень позитивно, с любовью. Да. Поэтому да, упаковке мы уделяем, конечно, большое значение. Это опять же, возвращаясь к бренду. Конечно. То есть конечно. Через вот это все, через все эти детали. Все такая прямая коммуникация с покупателем. Подходила сюда, не могла не заметить «Вкусвилл». Давайте расскажем, что, почему он здесь находится и как вообще устроена история про взаимодействие с рынком более тесного, например, там тема СТМ. Как вами воспринимается? Начнем со «Вкусвилла». «Вкусвилл» как раз СТМ? «Вкусвилл» – это наш стратегический партнер. В значительной степени наше развитие связано с таким партнерством с этой компанией, потому что в какой-то момент мы стали поставщиками «Вкусвилла» и в значительной степени увеличили объемы продаж благодаря взаимодействию со «Вкусвиллом». Опять же, с точки зрения технологии, такая плотная работа с технологами «Вкусвилла» нам дала возможность, скажем так, в том числе собственного роста технологичного. И вот эта стойка партнерская, мы достаточно часто делаем такую коллаборацию со «Вкусвиллом» на каких-то мероприятиях, и здесь тоже не исключение, на «Продэкспо» подсвечиваем, во-первых, что мы представлены во «Вкусвилле», во-вторых, что мы для «Вкусвилла» являемся таким образцово-показательным тоже партнером, и, в общем-то, помогаем с точки зрения маркетинга им, хотя стенда «Вкусвилла» на «Продэкспо» нет, но в «Макаронике» чуть-чуть он присутствует. «Вкусвилл», я думаю, присутствует не только в «Макаронике» в данном случае. Конечно. По крайней мере, на этих 24 квадратных метрах, да, мы для этого создали все условия. Да. Продолжая тему СТМа. Да. «Вкусвилл» – это образцово-показательный, скажем так, СТМ для нас, потому что с точки зрения стратегии мы, в общем-то, не планируем расширяться в сторону СТМа. Но СТМ «Вкусвилла», он стоит особняком, потому что абсолютно четко сходятся ценности и макароники, и «Вкусвилла». Поэтому такой СТМ для нас приемлем. СТМ, когда нужно много, очень много, очень недорого и очень просто, к счастью, либо к сожалению, мы не можем этого обеспечить, этого удовлетворить такой запрос, но и те покупатели, которые предпочитают макароны, они в первую очередь хотят какой-то гастрономии более высокой, какой-то эстетики, какого-то такого разнообразия, а не просто, скажем так, что-то съесть сладкое здесь, сейчас. Это, опять же, на уровне и брендинга, и какого-то образа жизни, скажем так, да, такой легкий по-французски art de vivre, да, искусство жить. Поэтому, скорее всего,
этот продукт в принципе не сможет состояться в СТМе, потому что к нему есть определенная такая претензия у потребителя. А там, где СТМ, эта претензия, она как бы сильно снижается. Ну вот, поэтому с точки зрения стратегии СТМ в меньшей степени наша история. Ну вот, и больше история именно про собственный бренд, что, опять же, вот, даже на этом стенде мы всячески подсвечиваем. Здесь я должна сделать небольшой офф-топ. Вчера, когда мы работали на выставке в формате «Товар на полку», а у нас есть конференция, специальная секция, которая вчера была, мы как раз очень много с ритейлерами разговаривали о CVP и о том, что можно создать особенного для своего покупателя. И там очень много моментов было как раз связано с ценностью и с созданием каких-то особых вкусов. Гастрономия там звучала постоянно. Поэтому, коллеги, если вам интересно, то посмотрите на страничке события, там уже выложены видео, уверенно сможете для себя подчеркнуть что-то новое. Тема гастрономии продолжим. Все-таки гастрономия – это хорика. Конечно, в первую очередь хорика. Давайте поговорим о том, как вы представлены в канале хорика и сколько процентов, как вы можете сейчас для себя поделить там, сколько процентов, где вы находитесь с точки зрения своего продукта. Я могу сказать, что на сегодняшний день продажи компании распределены следующим образом. 50% – это собственная розница, и 50% – это так или иначе оптовые продажи. И вот в рамках этих оптовых продаж, опять же, 50 на 50 – это ритейл и хорика. Потому что хорика – это, да, в первую очередь тот канал, где вы можете попробовать продукт очень быстро, здесь и сейчас, и самое главное – дать максимально быстрый фидбэк. Поэтому для нас хорика является, ну, прям таким серьезным одним из основных каналов продаж, потому что кофейни, пекарни, кондитерские, в том числе кондитерские с собственным производством, наш, собственно, прямой такой партнер. Разные совершенно наборы, потому что в хорике, как Наталья, вы абсолютно правильно отметили, люди хотят какие-то более интересные вкусы, более гастрономичные вкусы. У нас есть такие, ну, скажем так, удивительные сочетания сырных вкусов, где идет такой, совершенно верно, такой баланс сладенького и соленого. Это было вообще невероятно непонятно, но очень вкусно. Груша дорблю. Мы сами вывариваем грушу, добавляем действительно сыр дорблю. Вот, кстати, здесь он у нас, да, он представлен в этом наборе. Это как раз сырный сет к игристому, как мы его называем. Инжир камамбер тоже очень даже. Пармезан абрикос. И вот эта сырная линейка, она, в общем-то, достаточно быстро заняла лидирующие позиции не только на нашей собственной рознице, но и в партнерских продажах в хорике. В общем-то, да, достаточно широкая вариативность вкусов, она постоянно в хорике востребована, потому что это сезонность, это какие-то вывод новых продуктов, это всегда обновление, скажем так, макаронного ассортимента. И покупатели очень позитивно это воспринимают, более того, зачастую требуют этого сами. Это про ассортимент. А все-таки сколько сейчас занимает доля, там, не знаю, ритейла либо хорики в ваших продажах, и как она изменялась за последние годы? Она достаточно стабильно идет, соотношение 50 на 50. Вот постепенно подключаются какие-то партнеры в ритейле, тут же подключаются партнеры в хорике. Какого-то на сегодняшний день перевеса мы не наблюдаем. И, в принципе, с момента, когда мы начали продажи в опт, в розницу, и в ритейл, и в хорику, они идут, ну, практически так параллельно друг с другом. Ну, вот. Что касаемо планов на будущее, об этом можно и нужно говорить. Вот вы сейчас обозначили, что 2 миллиона штук в месяц. В месяц вы производите. Это полностью загружено производство или есть мощности на текущем производстве производить больше? Есть мощности на текущем производстве производить больше. Мы оцениваем ориентировочно их еще в 50%. То есть до 3 миллионов подтянуться? Да. Это требует от нас определенных инвестиций, но сейчас это понятные инвестиции. И, в принципе, на текущей площадке мы можем их удовлетворить. Поэтому с точки зрения, безусловно, расширения продаж на этот год и на следующий год, это новые регионы. Мы в прошлом году начали выход
за пределы Санкт-Петербурга и Москвы, именно подключая дистрибьюторов региональных, и считаем этот опыт достаточно успешным. Поэтому первое – это, безусловно, прирост с точки зрения региональной дистрибуции. Второе – это выход в федеральные сети. Мы так постепенно к этому готовимся, очень аккуратно. Надеемся, что тоже успешно, скажем так, сможем там реализоваться. И третье, безусловно, это развитие франшизы. То есть поддержание собственного бренда в новые регионы, опять же, за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Тот наш любимый брендинг, когда макароника в каждый дом там, в городах-миллионниках. Вот три основных канала, которые для себя позиционируем на этот год. Если чуть-чуть вперед заглянуть, у нас вчера на мероприятии один из экспертов предложил заглядывать в 30-е и далее года, хотя сейчас очень не любят про это говорить. Оптимистично, безусловно. Да. Но в любом случае, вы же предприниматель, вы человек, который думает о том, как реинвестироваться дальше или как расти, условно, если вы будете идти в новые регионы, Москва и Санкт-Петербург — это далеко не центр России. Конечно. Видите ли вы для себя даже потенциал подумать, открыть еще одну фабрику, и если ее будете открывать, то скорее вы будете открывать все-таки опять ближе условно к Москве, или будете в центральную часть идти к Уралу? Как вы сейчас это видите для себя? Неоднократно мы с коллегами, скажем так, внутри компании штурмили эту тему, что действительно страна большая, и неплохо было бы иметь площадку, например, на Дальнем Востоке или где-то в Сибири, чтобы оптимизировать логистику. Но на сегодняшний день пока таких планов нет, потому что стоит задача освоения именно максимально емких регионов с точки зрения населения, а это центральная часть России, это Сибирь. А у нас выстроена, скажем так, дотуда достаточно оптимальная логистика, потому что все-таки Дальний Восток — это огромнейшие расстояния. Строй фабрику, не строй фабрику, ты все равно будешь его возить на тысячи километров. Это да. Поэтому в этом отношении у нас есть опыт отправки и железной дорогой, и самолетами. На Камчатку мы отправляем палеты, в общем-то, авиадоставкой. И авиадоставка в пересчете на стоимость продукта, она абсолютно приемлема. Продукт не дешевый, и поэтому стоимость логистики вполне себе ложится, и она допустима в определенных процентах для того, чтобы в том числе отправлять авиа. Ну что ж, такой получился финал у нашего текущего ролика. Вы знаете, когда мы сейчас затронули тему от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, да, и, конечно, в рамках формата экспедиции ритейл у нас уже много что получилось посмотреть. Надеюсь, что я буду более внимательной и буду видеть ваш бренд, в том числе и в разных городах нашей страны. На полках где-нибудь в Хабаровске, во Владивостоке, на кондитерских витринах, да, в Петропавловске-Камчатском, вполне. Я очень надеюсь, что будут продолжать расширяться ваши продажи, и большее количество покупателей будут знакомы с брендом «Макароника». И с настоящим пирожным «Макарон». Коллеги, спасибо большое, что смотрели данное видео. Проект «Товар на полку» будет продолжать свое развитие. Изучайте наши материалы на сайте, смотрите видео на нашем канале YouTube и предлагайте, что еще мне нужно посмотреть. Может быть, уже на фабрике пора ходить. Спасибо, читайте и оставайтесь с нами. Всего доброго.